Готовность домов к отопительному сезону проверяет в Хабаровске жилищная инспекция. Паспорта готовности управляющей компании ТСЖ получали заранее, до середины сентября. Соответствуют ли эти документы реальному положению дел, выясняют специалисты и общественники. С подробностями Ирина Забродина. 7 сентября в Хабаровске началось подключение к отоплению многоквартирных домов. Их в городе более 3500. Готовы ли управляющие компании к зиме, специалисты проверяют выборочно, в основном тех, кто был на заметке. Были какие-то нарушения при подготовке дома к отопительному периоду. Либо когда паспорт готовности подписан, но все-таки у нас есть определенные, скажем так, сомнения, и мы этот дом можем поставить в план для осмотра. В данном подвальном помещении расположен тепловой пункт и элеваторный узел. Это сердце нашего дома по теплу. Проверку всегда начинают с подвала. Буйко Павлова, 17, управляющая компания «Кировская». Здесь были жалобы на громкий гул элеватора. Проблему решили. С представителями тепловых сетей было принято решение на обратный трубопровод устранить механический затвор на фланцах. Благодаря этому шум пропал, готов к отопительному периоду и к запуску. В управлении Кировской 79 домов. По словам главного инженера, к подаче тепла везде оборудование готово. В некоторых домах отопление уже есть. До 11 числа обещают подключить остальные. В подъездах проверяют тепловой контур дома. Окна, двери, изоляцию труб, то есть все, что может вести к потере тепла. Необходимо немного изоляцию усилить. В целом тепловой контур обеспечен. Ким Ючена, 30, управляющая компания «Сервис-центр». Всего на обслуживании 247 домов. По подвалу этого дома не скажешь, что 70-го года постройки. Оснащен автоматизированным тепловым пультом, как новостройки. Самостоятельно подстраивается под тепловой режим на улице, соответственно, нет переплаты за лишнее тепло. Соседние дома, вот пятиэтажки, были запущены вчера. В связи с тем, что дом высотный и параметры только начинают соответствовать требованиям, поэтому сегодня дом запускается. Все, система в рабочем состоянии. По словам руководителя, подают тепло согласно графику. Уже подключили половину домов. Могут быть проблемы с непрогревом отдельных участков, стояков. Необходимо сразу же обращаться в управляющую компанию, которая проводит настройку, наладку, устраняет завоздушивание системы. В случае, если нет никакой реакции от управляющей организации, можно обращаться к нам в главное управление на горячую линию 40-23-40. Подавать тепло в Хабаровске будут в течение 5 дней. Это необходимо для плавного запуска оборудования и снижения нагрузки на теплотрассы. Ирина Забродина, Константин Пестерев, телеканал «Губерния».